Привет. Ты что такое-то вообще? Че? Че тут происходит-то? Какой-то обыск, погром какой-то. Нас что, ворвали, что ли? Да ты успокойся, сядь, давай, отдохни. Вон, выпей там. Да че, я с работы, иду с работы. Стоит в наших дверях, ковыряется какой-то мужик. Я ему говорю, ты что, вор, что ли? Он говорит, я говорю, и что ты тут собрался воровать? У меня ни хрена нет здесь. Ну ладно, короче, он говорит, а он молчит, смотрит на меня своими глазенками. Я ему говорю, ну окей, я знаю точно, что у моего мужа где-то в хате есть стопудово заначка. И если ты ее сейчас найдешь, мы с тобой ее поделим пополам. И что, он нашел, что ли, нет? Да. Точно, что ли?